20 марта открыт досрочный этап сдачи ЕГЭ по географии и по литературе. В Поморье был открыт всего один пункт проведения испытаний. Он создан на площадке Архангельского политехнического техникума. Дело в том, что количество северян, выбравших для сдачи эти предметы, оказалось невелико – 24 человека. Организацию процедуры аттестации проинспектировал министр образования региона. С точки зрения подготовки субъекта к проведению досрочного этапа единого государственного экзамена, субъект, конечно же, готов как в техническом плане, так и с точки зрения организационного. Значительных инноваций в процедуре проведения ЕГЭ в этом году нет. Внимание организаторов по-прежнему акцентировано на создании равных для всех условий проверки знаний. Именно поэтому в аудиториях ведется видеонаблюдение, все материалы поступают по интернет-каналам, их распечатывают в аудиториях прямо в присутствии ребят. Досрочный этап стартовал в нашем регионе без сбоев. Всего на него зарегистрировано чуть более 130 человек. И это не только молодежь. В этом году ЕГЭ сдает 69-летняя жительница Поморья. Завершится весенняя волна госэкзаменов 19 апреля.